Всем привет, с вами снова Лев. Периодически поступает сообщение, что Лев, что-то мало видео стал снимать. Ну, так скажу, пока в Удмуртии нахожусь, скажем так, ну, меньше что ли у меня желания снимать, потому что все привычное, все как бы, ну, вот уже глаз замылен, так сказать. Ну, как-то это, что-то примечательное хочется показывать. Ну вот, сегодня как раз побывал на демо-этаже в Ривьера-парке. В одном из предыдущих видео я показывал, как меняется улица Милиционная в Ижевске. В 2019 году так получилось, мы 7 месяцев не жили в Ижевске. Когда вернулись, я просто был очень впечатлен, насколько сильно тут все поменялось. Сейчас буду показывать вам и немножко об этом рассказывать. Так, ну вот я смотрю сейчас на Академию Калашников. Это новое здание. Как я и предполагал, здесь занимаются ребята с 14 лет. И, соответственно, робототехника, ну, что-то близкое к инженерному делу. И позже эти ребята могут получить работу в концерне Калашников. Ну и расположение как раз очень удобное, рядом с Дворцом пионеров. Как раз-таки, где сосредоточена творческая молодежь города Ижевска. А это ЖК Ривьера, Ривьера парк. Очень хотелось тут жить, но было не по карману. Нас в семье. Ну, честно говоря, и в этом доме, где я был, видео я покажу, кстати, как выглядит квартира изнутри. Тоже нам не по карману на данный период времени. Ну, не знаю, посмотрим. Кто знает, как все обернется. Может быть, когда-нибудь и будет по карману. Кстати, так, чтобы не откладывать, вот сейчас прям покажу, сделаю вставку того видео, как я был на демоэтаже. Так, это прихожая. Входная дверь, шкаф, там есть такой коридорчик с двумя, с раздельным санузлом. Так, тут, наверное, здесь туалет, и здесь, соответственно, ванная. Так, это первая спальня, комната, 16 квадратов, с шкафчиком, с тумбой, кроватью, с зеркалом, с выходом на лоджию. С видом на экорынок. Здесь, значит, у нас смежная лоджия, две комнаты соединены. Тут еще одна спальня, 14-7 квадратов. По сути, спальня, но оформлена как просто столовая сейчас. Да, как. Тоже выход на лоджию есть. Зона чилаута, так сказать, где можно посидеть. Так, это кухня и гостиная. Да, ну, семейство. С правой стороны кухня у нас, выделенная зона. Зона столовая. Видно внутренний двор. Тут рядом Академия Калашников, за ней Дворец пионеров. Ну вот такая вот квартирка, очень уютная, 2+, по цене она 5700, то есть ценник такой, ну, скажем так, очень-очень приличный. Для Ижевска это вообще уже потолок, я бы сказал, по цене. Почему мне хотелось бы именно в этом районе квартиру? Потому что здесь я большую часть жизни живу. И сам ходил в этот Дворец пионеров. Периодически его показываю, рассказываю о нем. Замечательное место, много кружков. Я в зоокружок там ходил. Очень люблю бывать на встречах выпускников. Ездили в экспедиции. В общем,
очень-очень хорошие в памяти у меня впечатления остались. Ну а здесь вот сейчас мы видим улицу Милиционную. Тоже здесь еще строятся различные комплексы. Вот я прохожу, кстати говоря, Академию Калашникова, вот так она выглядит. Ну а там мы слышим, как роют, видимо, котлован, готовится еще один жилищный комплекс здесь будет строиться, вот по типу такого же, как вот уже достраивают, который. Вопрос вот с этим вот местом, что тут будет, какую информацию я находил, ну вроде как тут будет торговый офисный центр. Но пока точно нельзя сказать. Не уверен я, информации пока у меня нету. Слежу просто все, что тут в округе происходит. Мне интересно. Интересно самому, ну и попутно вот делюсь с вами. Пока пешком по Милиционной ходить очень некомфортно, потому что тротуара нет, грязно, машины ездят, шумно. Поэтому здесь я ограничусь все только панорамным таким обзором. Дальше не пойду. Ну а мы с вами обойдем дворец пионеров, это старое название, сейчас он называется дворец творчества юных, и посмотрим, как же сейчас выглядит Ижевский пруд. Тут вот, кстати, бассейн где-то есть, спортзал, в бассейн сюда тоже ходил. В Удмуртии весна, но она началась, в общем-то, еще в феврале. Снега еще достаточно много, как вы увидите. По Абхазии, значит, спрашивают, когда я вот туда поеду. Ну, планирую в мае поездку. И, соответственно, видео с Абхазии пойдут. На моем канале тоже будут появляться. Сколько там проведу, пока не скажу точно. Этот год у нас будет отличаться от 2019, когда мы жили всей семьей целых 7 месяцев в замечательном, благодатном месте, называемом страна души Апсны, Республика Абхазия. Так выглядит дворец пионеров со стороны пруда. Там вдали мы видим пруд. Сейчас попробую поближе подойти. Точку обзора получше найду. Вот на этой площадке, скажем так, ребята, которые посещают кружок авиамоделирования, они здесь запускают свои модели, ну, летом, естественно. Стоит, значит, в центре, допустим, паренек какой-нибудь держит на веревочке свой летательный аппарат, и он вот круги здесь наматывает. Всегда было очень интересно наблюдать за этим процессом. Сам я так и не походил в этот кружок. Меня больше тянуло к приключениям, изучать что-нибудь с географией, с животным миром, с растительным. Все свои предпочтения. Опа. А там, помимо новых зданий, это район Металлургов, да, мы видим, здесь еще построился, практически уже все готов, так как бы теннисный комплекс с кортами. Большой теннис здесь будет. Пока он еще закрыт. Очень любопытно. Возможно, наша дочка будет туда ходить, заниматься. Посмотрим. Ну, а это пруд, Ижевский пруд. Пока под слоем льда, снега. Ну что ж, на этом видео буду завершать. Надеюсь, оно было вам интересным. Если так, то ставьте лайк, оставляйте комментарий, подписывайтесь на канал, делитесь в социальных сетях. Снимаю видео в преддверии праздника 8 марта, поэтому поздравляю всех дам с этим замечательным праздником. Пусть у вас будет все хорошо, и ваши окружающие, мужчины, вас окружающие, радуют вас подарками и вниманием. С вами был Лев из Удмуртии. Пока-пока.